Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите самарские новости спорта. Крылья Советов перед вторым кругом чемпионата страны по футболу распродают игроков. Тольяттинские фигуристы завоевали серебро зимней универсиады. Самарский лыжник стал трехкратным призером зимней универсиады. Самарский лыжник Валерий Гонтарь завоевал третью медаль зимней всемирной универсиады. На этот раз он стал чемпионом в эстафете на 7,5 километров. До этого Гонтарь выиграл индивидуальную гонку и финишировал вторым в гонке преследования на 10 километров. В среду 8 февраля самарский лыжник примет участие в массовом старте на 30 километров. Представители Самарской области продолжают триумфально выступать на Всемирной зимней универсиаде в Казахстане. Лыжников поддержали фигуристы. Тольяттинский дуэт Софьи Евдокимова и Егор Базин выиграли серебряные медали в танцах на льду. Из крыльев Советов ушли два игрока, но пришел один новый. Самарский футбольный клуб заключил контракт с защитником Георгием Зотовым. Перед этим он играл за Донецкий «Металлург», Махачкалинский «Анжи» и Краснодарскую «Кубань». А вот с защитником Алексеем Канцедаловым досрочно расторгли контракт. Еще одна потеря, еще один защитник — Тимофей Маргасов. Он перешел в московский «Локомотив». Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.